Очень опасно, Неймар. Ну и сейчас-то не забить, вообще будет позорище. Ну, слава богу. Родила гора мышь. Не горка именно, а гора. Горка-то как мог сопротивлялся. Наконец-то гол. На 79-й минуте. 1-0. Вот такая вот ошибка грубейшая Эмерика Лапорта. Ну и здесь, вы знаете, уже то, что называется исключительно дел техники. Ну и, конечно, Бускетс, перехватив мяч, сразу же послал его очень удобно своему. Это тоже нужно отметить. А Неймар горку просто переиграл. И если бы горка отбила, он был бы просто герой. Очень точный удар получился у Неймара.